За чистые берега в Саратовской области стартовала акция по наведению порядка на прибрежных участках водоемов. Она пройдет на территории всех районов. За чистоту берегов будут бороться сотрудники ГИМС, общественники, школьники и студенты. В Саратове акция стартовала под автомобильным мостом через Волгу. Этот участок – стихийное место отдыха и сильно загрязнен. Работы много, порядка 2000 квадратных километров водной акватории у нас в области. Это водные объекты не только Волгоградское и Саратовское водохранилище, а также и мелкие водоемы, пруды, родники. Очень много таких объектов, небольших речек, вот, по берегам которых тоже очень много всякого мусора.